Всем привет, это канал Криптонист, меня зовут Владимир, и я хотел бы сегодня рассказать о криптоконференции, которая проводит наша компания. Я подробно расскажу, для какой аудитории предназначена наша конференция, в чем ее ценность, познакомлю вас со спикерами мероприятия и условиях участия. Поехали! Команда Криптонист посещала многие криптоконференции, и в большинстве из них мы увидели два минуса. Высокая стоимость билета и сомнительный контент. Под сомнительным контентом я имею в виду то, что рассказывают спикеры, их доклады. Они очень теоретизированные и неприменимы на практике. И в конце 2021 года мы приняли решение сделать мероприятие, где доклады спикеров будут практическими. То есть это будет не пересказ в Википедии, а это будет личный опыт спикера. То есть спикер, он пропускает ее, все нюансы через себя и далее делится опытом. И вот в этом как раз заключается ценность. Это самое главное. И мы сделали акцент именно на этом. Мы провели первое мероприятие 18 марта 2022 года. Мы набрали 130 очных участников. За несколько дней до мероприятия мы вообще закрыли очные билеты, потому что просто зал не вмещал уже столько людей. И было около 200 онлайн-участников. Нами было получено много положительных отзывов. Вы можете зайти на сайт event.crypto.ru, и там есть отзывы участников. Вторая встреча клуба будет проходить также в Москве 25 и 26 июня это суббота и воскресенье. Мы сделали опрос в чате, какой день недели вам подойдет больше. И большинство проголосовало за выходные, поэтому это будет суббота и воскресенье. Почему два дня? Потому что разные аудитории. Есть новички и есть люди с опытом. На первом мероприятии присутствовали и те, и те, и это не очень хорошо, потому что доклады не совсем релевантны. Я рассказывал про анонимность, про UTXO, CoinJoin, Торнадо Кэш, человеку, да, который делал первые шаги. Это не очень хорошо, контент ему зашел однозначно не полностью. И для этого мы решили улучшить мероприятие и сделали теперь два дня. Один день доклады только для новичков, Второй день доклады для тех людей, которые с опытом. Вы можете посмотреть программу, но если кратко, первый день, что такое блокчейн, что такое криптовалюта, альткоины, стейблкоины. Мы расскажем про простой вид майнинга на видеокартах, про стейкинг, потому что стейкинг это, по сути, очень простой способ также пассивного заработка. Будет информация про трейдинг, в общем, почитайте программу. И второй день, это 26 июня, будет посвящен децентрализованным протоколам для пассивного заработка, для обмена. У нас будут выступать разработчики аппаратных кошельков и эксперты, которые очень хорошо разбираются в консенсусах. И это очень правильный шаг разделения аудитории на два дня. Но опять же, повторюсь, что и опытные люди найдут в первом дне, возможно, несколько докладов им зайдут. А для новичков второй день он, может быть, будет усвоен не полностью, но все равно некое направление, некий интерес можно будет ухватить и далее уже погружаться и развиваться в этом направлении самостоятельно, ну или также с нами. Если в первой встрече у нас выступало 5 спикеров, то вторая встреча клуба у нас выступает 15 спикеров в 3 раза больше. Будет озвучено 22 доклада. Большинство докладов это... Практика, практические доклады, то есть это гайды, вы можете просто следовать гайдам. Я общался с одним из наших участников, и мне выразил он желание, сказал, слушай, было бы здорово услышать, как обстоят дела с криптой в других странах. И я подумал, это было бы как-то неправильно рассказывать о том, чего ты не знаешь, потому что ты должен жить в этой стране, чтобы рассказать. И меня осенило, почему бы не спросить жителей стран. То есть резидентов страны. Швейцария, Грузия, Коста-Рика. Из Азии кого-нибудь мы возьмем. То есть будет где-то 5-6 стран. Там будут жители, которые пользуются криптой, и они поделятся своим опытом, как там обстоят дела. Давайте теперь пройдемся по спикерам. Каждый спикер выступает примерно 30-40-50 минут плюс 10-15 минут отводится на часть ответов на вопросы. Да, и напомню, что если в онлайне на ваш вопрос не ответили, мы обязательно ответим на него во время стрима, который будем проводить специально для этого после мероприятия. Открываю мероприятие я, Владимир Абовян. В первый день я буду рассказывать, что такое блокчейн, что такое криптовалюта. И в лучших традициях канала криптониз на очень простом, доступном языке и с понятными примеры. В середине мероприятия я расскажу про стейкинг. Я сделаю стейкинг трех или пяти монет на срок примерно месяц. Расскажу о плюсах, о минусах, о своем результате стейкинга. Положительный ли он, отрицательный ли он, какие сложности были. И все это я буду делать, естественно, через аппаратные кошельки. То есть самым безопасным способом. И во второй день я расскажу про протокол REN и мост REN Bridge, то есть это возможность переносить криптовалюту из сети биткоин, например, ну там есть и другие криптовалюты, в DeFi и обратно. То есть как можно торговать криптовалютой абсолютно безопасно, без KYC и без рисков блокировок. Это очень-очень актуальный вопрос на текущий день. Андрей Лунев, мой партнер Криптонист.ру, расскажет про выбор кошелька для безопасного хранения криптовалют и также поделится опытом при выборе биржи. А во второй день он расскажет про Lightning Network. Дмитрий Тимченко расскажет про регулирование в криптовалютах, ответит на вопросы, на какой стадии находится регулирование, что принимают, что будет происходить, и также про узаконивание майнинга. На все эти вопросы ответит Дмитрий. Один из самых известных блогеров, автор канала «Слезы Сатоши» Рафаэль Манвелян поделится информацией, как собрать криптовалютный портфель новичку, на что обращать при выборе той или иной монеты, на какие метрики и расскажет про манипуляции в криптовалютах это очень интересная тема. Эксперт в области DeFi Иван Шашков, автор канала Crypto Insight. Первый день будет у него доклад введения в DeFi, а во второй день он уже будет конкретно рассказывать про конкретные протоколы и мосты. Специалист технической поддержки криптонист Виталий Романов. У него дебют, он будет выступать с темой анонимности, как можно работать с аппаратными кошельками. Таким образом, чтобы провайдер интернет и вообще внешние наблюдатели не понимали, что вы обращаетесь к ресурсам криптотематики. Тоже очень актуальная тема. Макс Качанов в первый день расскажет нам про NFT, в чем ценность невзаимозаменяемых токенов. Макс автор NFT токенов, он также успел как их залистить, так их и продать. То есть это человек-практик, он имеет опыт и в продаже NFT токенов. Это очень ценный опыт, которым он поделится. Павел Солодков и Александр Алтабасов соберут Рик на сцене. Покажут, как он работает. Вообще расскажут обо всем, что касается майнинга на видеокартах. Гости из Китая, разработчик аппаратного кошелька Кейстон Лисинь Лиу расскажет нам о аппаратных кошельках с технологией AirGap. То есть это кошельки, которые не подключаются никаким образом к компьютеру или смартфону через кабель, через Bluetooth. То есть передача информации осуществляется через камеру и через дисплей устройства. Виктор Дубов — это менеджер по продажам очень опытный компании PushMiner. Это крупнейший интернет-магазин в СНГ по майнингу оборудования. Он ответит на все вопросы касательно ASIC. -ов. И также мы специально попросили его включить ASIC на сцене, то есть... Вот этот подход я хотел бы, чтобы вы почувствовали, что мы не просто рассказываем. Я прошу спикеров включить вот пираты майнинга. Я говорю, соберите Рик на сцене, чтобы люди видели это. То же самое и Виктор. Я ему сказал, включи Асик, возьми его, включи, чтобы люди видели, что это, что за шум производит он как он выглядит, какие размеры, и чтобы люди задали как можно больше вопросов. Вот такой у нас подход. Алена Макарова – практикующий трейдер, автор канала «Нетипичный трейдер». В первый день расскажет о том, как не совершать ошибки новичков при трейдинге, вообще стоит ли трейдить. А во второй день будет информация про скальп. Андрей Лазуткин – это разработчик аппаратных кошельков Tangem Wallet и интерфейса Tangem Wallet – он будет выступать на тему вообще аппаратных кошельков и сможет ответить на вопросы касательно своего продукта. Илья Пронин – это эксперт в области DeFi, это специалист нашей команды, он писал многие статьи на, в нашем блоге, и он будет раскрывать тему пассивного заработка в DeFi. Алекс Петров – блокчейн и биткоин-аналитик. С 2011 года он в крипте, и стаж у него в IT более 30 лет, будет нам рассказывать про различия Proof of Work и Proof of stay консенсусов. Алекс как энциклопедия, он очень интересно рассказывает, и самое главное, что он умеет рассказывать о сложных вещах простыми словами. И закрывает программу Станислав Матюшенко, специалист по безопасности компании Bitcoin Expert 24. Он будет рассказывать о рисках и атаках на пользователей при OTC обмене криптовалют. Дополнительно к полезному контенту будут организованы мастер-классы. Что это такое? Что у нас есть небольшие переговорные, их три штуки, в которых будут выступать также спикеры, и они уже в более камерной обстановке могут ответить на ваши вопросы. Обед, у нас один час обеда. Будут проводиться мастер-классы в этих переговорах, и можно будет, естественно, посетить эти мастер-классы. У нас будет много людей, которые занимаются инвестициями, трейдингом, майнингом, фармингом, и со всеми этими людьми можно пообщаться, познакомиться и, безусловно, расширить свой круг знакомств. На мероприятии будет также выставка, выставка майнинга на ГПУ, выставка майнинга на Асиках, будет стенд юристов и других компаний, и со всеми... Этими специалистами вы можете пообщаться, и в том числе наша компания у нас тоже будет стенд. Мы предоставим все аппаратные кошельки, которые у нас есть в магазине. Это будет стенд с открытыми кошельками, вы можете вручную попользоваться ими. У нас будут все устройства резервных копий и универсальных ключей U2F токенов. Специалисты технической поддержки Криптонистру также с радостью ответят на все вопросы, которые у вас будут по девайсам. У нас будет разыгрываться около 20 подарков. Это аппаратные кошельки, это устройство для резервных копий. И две консультации со спикерами мы также будем разыгрывать. Небольшой бонус для участников. Мы выбрали очень современный зал, который находится в Конгресс-центре Технополис Москва. Это современный зал с очень хорошим проектором, с очень хорошим освещением. И в целом там приятно находиться. Я лично посещал это место. Мне оно очень понравилось. Вы можете купить билет на 25 число, либо на 26 число отдельно, очно, онлайн, либо одновременно два билета на 25 и на 26 число и получить небольшую скидку. В начале видео я рассказывал, что я посещал многие мероприятия. И поверьте мне, вот такой контент, такая комбинация тем, такая комбинация спикеров вы не встретите нигде. Поэтому жду вас на мероприятии. Если у вас будут вопросы, заходите к нам в телеграм-чат Криптонист Клуба. Задавайте вопросы, мы на все вопросы ответим. Спасибо за внимание и увидимся через неделю.